Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал акиматы и государственные органы за низкие темпы реализации нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения». Из 309 объектов медицины, которые планировали строить изначально, в итоге сдали 92. 7 все еще достраивают. Также, по его словам, затягиваются сроки закупа оборудования и ремонта существующих зданий. В прошлом году планировалось построить 309 объектов, однако подготовка документации затянулась. Министерство здравоохранения ослабило контроль. Акиматы меняли расположение объектов, тянули с участками и началом строительства. Затягивались вопросы оформления проектной документации и экспертизы, поэтому были провалены сроки начала строительства медобъектов на селе.